Восьмиклассник Тимур Курбанов – самый юный на встрече самарских школьников с главой города Еленой Лапушкиной. Но он уже точно знает, в какой сфере ему хочется развиваться – в муниципальном управлении. Поэтому не мог упустить возможность посмотреть внутреннюю кухню городской администрации и задать главе города несколько вопросов. Очень понравилась данная встреча. С удовольствием бы несколько раз еще такой формат встречи провел бы. Набрался опыта. Некоторые вопросы, которые я для себя лично составил, были на них ответы. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась со школьниками в рамках акции «Поделись своим знанием» Всероссийского общества «Знания». Эти ребята проявили себя в школьном самоуправлении и неоднократно участвовали во всероссийских конкурсах и форумах. Общение со школьниками – это отдельная сфера моей деятельности и сфера, наверное, самая радостная и самая перспективная. И видя глаза вот этих замечательных ребят, видя их любопытство, видя их действительно желание творить, развиваться, прямо очень серьезно обнадеживает, понимая, что у Самары очень хорошее будущее. Глава Самары провела экскурсию по зданию администрации, рассказала об уникальной архитектуре. Также участники встречи поговорили об истории города, актуальной работе и планах на будущее. Школьники предложили несколько своих идей для реализации и свежий взгляд на некоторые вопросы. Она была очень полезной, потому что было интересно пробовать себя в таких официальных деловых мероприятиях. Как мне, будущему молодому педагогу, была очень интересна эта встреча, опять-таки, про развитие и поддержку педагога в нашей области, в Самаре. И мне очень запомнилась эта встреча для будущего. Завершили встречу традиционным фотографированием и вручением памятных подарков. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.